Ко дню молодежи Государственный музей-заповедник Херсонес-Таврический подготовил фотовыставку «Молодое лицо Херсонеса». Она открылась не в привычном экспозиционном зале, а в виртуальном пространстве на официальном сайте музея-заповедника. Подготовка фотопроекта началась несколько месяцев назад. Его автором выступила фотограф и специалист по связям с общественностью музея-заповедника Анна Корнилова. Очень хотела с этим проектом сказать, что музей – это не закостенелое учреждение. Там действительно работает большое количество очень креативных, позитивных молодых людей, которые трудятся в различной музейной сфере. На фотографиях 22 молодых лица Херсонеса. Это сотрудники выставочных залов, фондового отдела, экскурсоводы, реставраторы, археологи, архивисты, юристы и экономисты. И только благодаря сотрудничеству уже зрелых научных сотрудников с большим багажом знаний и опыта и молодых, креативных, перспективных сотрудников могут действительно реализовываться очень интересные проекты в рамках музейного пространства.